Сейчас будет весело. Здорово, танкисты, с вами канал Индомит. И вот сегодня у нас смотр боя на Кунзе-Панзере. Танчик средний за жетоны боевого пропуска нас ждет. Красивый бой, много фрагов и дамага. Так что не отходим от мониторов, а мы с вами начинаем. Итак, Кунзе-Панзер. Игрок у нас танкер 42, всего лишь 51% побед, но на этом танке, я надеюсь, мы увидим красивый бой. Уничтожим. Погнали! Да, сейчас всех уничтожу. Сложная машина с этой гидравликой, гидроподвеской, но мне лично нравится эта машина, я ее взял, она у меня есть в ангаре. Вот, можно на ней делать хороший дамаг. Торопится наш игрок занять гору. Раскатка, в принципе, неплохая. Налево танки пошли, на гору идут за спиной. Надо занимать гору и дамажить. Давайте от первого лица смотреть этот бой вместе с вами. Смотрю, как всегда, впервые. Так интересно, конечно. Комментировать, увидевши впервые этот бой. Все нормально, гора наша. Так, 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 а кто это тут? Есть! Хорошо, есть первый шок. Пошло! Да, отлично пошло. Так, ну вот, Т-3, 4, 3. А, сейчас будет, наверное, фармиться. Так, так, так. Не хочет он подставляться. Сколько тут дамага? Да. Шкода Т-50 хитренькая. Да. Аккуратно играет. Танкер 42 очень аккуратно. После каждого шота откатывается, повторно сразу не вылазит. Есть. Готово. Первый фраг в копилке. Есть одна арта в бою, надо это помнить. Постоянно в движении. Есть. Это Федя нравится. Уже сколько раз светился и все равно играет на этом месте. Но я не понимаю. Есть. Получи. Ребята, 2к дамага. 700 на свет. Есть. Это мне нравится. А кому не нравится? Всем нравится. Вывел его из строя. Пока еще не потеряно ни одного очка прочности. Аккуратней там. Эх, аккуратней надо, аккуратней. Голос извне подсказывает, аккуратней. Добром это не кончится. Кончится. Хорошо, будем пошло. Будем надеяться. А, так гораздо лучше. Вот, у меня этих немного. Есть. Миленько. Есть. Получи. Просто расфармил этот фланг. Так. Так, так, так. Господи. Это мне нравится. Как же везет нашему игроку. Все подставляют. Стоп, вот езди и убивай. Так, защитник. Дурит. Надо что-то с ним делать. Почти 5к дамаг. Так, конь, конь. Конь. Хочет ванга. Придется туго. Да, туго придется. Так, барсик. Надо барсика забирать. Есть.
Один есть. Конечно. Два фрага. 5000 дамага. Вот вам это за кузов. Нет. И это все? Хорошо пошло. Защитник трудный цель. Брони в нем, конечно, не мысли. Поторопился. Ладно. 5300 есть, можно и поесть. Где там наш 704-й? Т-34 в простреле был. Увы. Увы, отошел. Так, вот 704. В атаку в Испанию. Ребята, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. А мы будем и дальше снимать прикольные реплей боев. Так, хвостаем. Вон он поехал. Наш путешественник. Все, было ваше, все. Стало наше. Да, засветилось. Там где-то, правда, еще ВЗ-120G EFT. Который может очень больно стукнуть. Так, а куда он нас смотрит? Чем он интересуется? О. Миленько. Он АФК, что ли, непонятно. Да, походу АФК. Каточек. Шрам останется за гляденье. Получи! Бонус код. Все, отлично. Меня не остановишь. Надо ехать за Артой. Так, так, так. Эх, нет, промазал. Надо на опережение. Фраг забирать. Так. Есть. Миленько. Забирай Арту, тебе оставили фраг. Есть. Готово. Щедрый 263 решил поделиться. Ну и все, последний танк врагу. Есть. Хорошо пошло. Забрал 263. Надо доедать его. Все. Конец было боя. Ваше, 6 наше. Фрагов. 6 фрагов. 7,5к дамага, ребята, вот стоит брать этот танк за жетоны, конечно, да. Ладно, я вам говорю до скорых встреч, пока, ну а вы ставьте лайкосы, пока-пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.